сообщайте никому. Слава победителям! Никакие реквизиты своих бабушек. Никакие... Брызги шампанского, как вкус победы. Традиционный ритуал. На сцене победители первых гонок спортивного праздника «Севастопольские паруса». Ветераны и любители. В этом году они в авангарде. Лидеры гонок делятся. Трудности были из-за ветра, но команда закаленная, слаженная, справилась. Команда класса яхт «Таллинский четвертоник», команда Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова. Вот четвертый раз выигрываем эти соревнования. Соперники были достойные. Как говорится, победили сильнейшие. Конечно, боролись, старались, у нас получилось. Обязательно разбираться в погодных условиях. Метеорологические все признаки нужно уметь читать. Нужно уметь любить физику, любить геометрию, потому что геометрия, она способствует прохождению дистанции по более короткому пути. Главное, мне кажется, упорство, потому что не все будет сразу получаться. Надо потихоньку наращивать свои знания, свои умения. И тогда, конечно же, придет победа. На победу настроены абсолютно все участники соревнований. Но все же, признаются яхтсмены, участие в гонках – это уже достижение. Кто на что способен, экипажи будут показывать на протяжении недели. На воду выйдут яхты разного класса. С одной стороны, это красивое действие, да, и привлекает туристов, специально из-за этого мероприятия приезжали. Но с другой стороны, нам очень хочется, чтобы этот спорт развивался в одном из самых морских регионов нашей страны, конечно же, в Севастополе. Мы спортсменам желаем успеха, а жителям и гостям региона попробовать, что это такое, и также влюбиться в парус. За ярким и экстремальным зрелищем можно наблюдать прямо с набережной Корнилова. Там оборудована специальная зона с двумя большими экранами. На них соревнования транслируются в режиме онлайн. Не только посмотреть, но буквально встать под паруса сможет каждый желающий. В этом году организованы специальные мастер-классы по знакомству с парусным спортом. Их будут проводить несколько дней. Смогут выйти на яхтах МХ-700. Это прокат будет 28-30 сентября с Графской пристани, то есть можно будет записаться, да, опытные инструктора, мы проведем инструктаж, и с опытным инструктором можно выйти в море и уже попробовать себя в парусном спорте. Севастопольские паруса – это не просто яркое спортивное мероприятие, это еще и настоящий праздник. В программе зрелищное выступление флайбордистов с огнеметами, дефиле яхт и концерт звезд российской эстрады. У нас каждый день вечерняя культурная программа. Представляем мы каждый будни, это наши севастопольские коллективы. Закрытие у нас 4 октября, на этой же, на набережной Корнилова. У нас группа «Underwound» и группа «Отпетые мошенники», такие всероссийские звезды наши. А сегодня? А сегодня у нас «Братья Гримм». Ежегодный международный фестиваль «Севастопольские паруса» проводят в Белокаменном в 7-й раз. В этом году из-за пандемии участвуют только россияне. Но от этого праздник не менее яркий. Анастасия Синица, Ирина Варава и Сергей Котляренко. Новости Севастополя.